Впереди лето, а это значит, что самое время для фантастических приключений. Лови топ-истории про яркие авантюры. Первая книжка «Волшебные спасатели и дверь в воображандию» Сабрины Кэддор. Трое друзей любят сказочные истории, особенно бабушкины сказки. И вот однажды ночью, оставшись в доме бабушки, друзья видят волшебное свечение. Они следуют за ним и попадают в волшебный мир воображандии. Там они узнают, что ее жители в беде. Теперь у них есть миссия — спасти лесного короля. Вторая история — планета динозавров «Тайна затерянного города» Алексея Лисанченко. Когда-то давно на нашей планете жили люди, но они пропали, и сейчас это планета динозавров. И вот однажды в Дракенсберг, город динозавров, привезли книгу, ценнейший экспонат древности, но вдруг ее украли. Динозаврам Диме и Анке предстоит отправиться в затерянный город, чтобы отыскать редкое сокровище. Удастся ли им справиться с миссией? И третья книжка «Мила и мини-мамонтенок. Путешествие со звездным вихрем» Александры Фабиш. Жизнь так непредсказуема. Котенок Мила убежал в сад и угодил в звездный вихрь. Девочка попыталась спасти его и попала в параллельный мир. Здесь обитают невиданные существа и, главное, самый забавный на свете мини-мамонтенок. Но и в волшебных мирах бывают проблемы. Злодей Бодда коварно похищает животных. Хватит ли у Милы храбрости противостоять ему?